Полицейским в их работе помогают представители общественных советов и краевых молодежных организаций, которые в ходе проведения как совместных с правоохранителями рейдовых мероприятий, так и самостоятельных обходов выявляют и проверяют места возможного проведения азартных игр. При обнаружении незаконно функционирующего игорного заведения на его двери наклеивают специальные стикеры, а местонахождение активиста сообщают в полицию. Помимо закрытых игровых клубов, популярны и уличные игровые аппараты. Они располагаются как в местах массового скопления людей, так и во дворах многоэтажек. Оказать содействие сотрудникам полиции в пресечении незаконной игорной деятельности сможет любой желающий. Все, кто обладает информацией о проведении нелегальных азартных игр, могут сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону 02 или по телефону горячей линии 352-81. Акция продлится до 10 августа.